всех читателей сайта nvlb.ru. Меня зовут Роман Гудсайт. И прямо сейчас мы говорим о центральном матче испанского тура «Атлетико-Барселона». Красивая история. Если помните, в прошлом сезоне «Атлетико» в последнем туре добился нужного результата на Камп Ноу и стал чемпионом Испании. Сейчас «Барселона» может вернуть должок. Сделать то же самое на стадионе Висенте Кальдерон. Но я не думаю, что это будет главная цель футболистов «Барселона» вот так вот сопернику отомстить. Это такая, скорее, журналистская история. Если говорить непосредственно о футболе, что мы можем увидеть в этом матче? Страшная «Барселона» в последнее время, безусловно. Отличная атака, забивает в каждом матче. Но при этом, давайте не забудем о том, что «Атлетико» — коллектив, который постоянно играет от обороны и ждет того, что соперник оставит свободное пространство на своей половине поля. То есть «Атлетико», конечно, не будет фаворитом матча с «Барселоной», но «Барселона» — это, возможно, максимально удобный по схеме, по манере, по модели игры конкурент для команды Диего Симеона прямо сейчас. Я думаю, что «Атлетико» в последнем домашнем матче этого сезона сделает все от него зависящее для того, чтобы не позволить «Барселоне» куражиться, феерить. В общем, команда будет действовать собрано и обязательно постарается забить. «Барселона» отличается в каждом матче, я думаю, что эта встреча не станет исключением. Месси, Неймар, Суарес, все они в потрясающей форме, они забили больше 100 мячей на троих в этом сезоне. И, конечно, они постараются как можно быстрее «Барселоне» принести чемпионство. Ожидая достаточно любопытную игру с немалым количеством опасных моментов, мне кажется, что здесь разумно остановиться на ставке «обе команды забьют». Коэффициент неплохой, 1.8, событие, как мне кажется, вполне вероятное, учитывая именно модели игры той и другой команды. Желаю вам всем удачи, давайте вместе смотреть этот матч.